Здравствуйте! Вы смотрите «Дачную жизнь». Сегодня мы с вами будем тестировать сварку Tesla 245 полуавтомат. В предыдущих видео я уже рассказывал, что приобрел по акции перед Новым годом эту сварку. Но когда начал разбираться, оказалось, что этой модели Tesla 245 полуавтомат в природе нет. Нашел в интернете на сайте итальянского производителя Volta тоже идентичную сварку-близнец Volta 245. Но в природе и у Volta нет такой модели. При более тщательном изучение интернета и устройство сварки я обнаружил, что отдельные узлы, элементы этой конструкции точь-в-точь похожи на китайские элементы китайских сварок. Это и еврокабель, это и проволока-протяжка. Ну, уже не вдаваясь в более глубокое изучение этой модели, ее электроники, я пришел к выводу, что это, скорее всего, одна из китайских моделей, которую продают на нашем рынке предприниматели под брендом более известных, более популярных производителей. Но сегодня мы проверим, как же эта сварка покажет себя в работе. Я постараюсь ее протестировать в режиме сварки электродом, а также в режиме полуавтомат проволокой. Проволокой без газа, с порошковой проволокой. Посмотрим, как она будет варить. Баллона газового у меня на сегодняшний день нет, поэтому мы попробуем порошковой проволокой. Это, ну, наиболее, будем так говорить, что некачественная сварка. Если она будет творить более-менее приемлемо, то думаю, что и с газом все будет нормально. Итак, приступаем к подготовке аппарата к работе. Итак, вот наш этот зверь. Аппарат Tesla 245. Ну, название Tesla наклеено липкой лентой. 245. Здесь это ее фирменный номер. Красочкой нанесено. Вот тут вместо Tesla можно наклеить и Volta, и все что угодно. Значит, мы сейчас будем варить электродом. Возьмем электрод 2,5. Подключим кабель заземления на минус, на плюс держатель электрода. Вот. И посмотрим, что же у нас получится. Пардон.
Так, посмотрим, как будет прожигать. Прожиг добрый. Нет. Ну, как-то вот так. Тугой сжать. Хороший. Ну, посмотрим результат. Вот несколько швов. Вот при разной токе, при силе тока. Если больше силы тока, то немножко разбрызгивает сильнее. Уменьшаем. Более ровный шов идет. Прожигает трубу элементарно, то есть дырки делать без проблем. Итак, сейчас мы поменяем настройки нашего аппарата, отключаем заземление с минуса, включаем сжатель. Здесь есть вот такая ерундовина, то есть если мы работаем с газом, мы подключаем ее на плюс. Если мы работаем с порошковой проволокой, мы подключаем ее на минус. Вот. Мы так сейчас и делаем. Теперь на плюс мы подключаем землю. В чем удобство, что не надо плюс-минус крутить на зажимах, как в других сварках. Итак, теперь надо подключить еврокабель. Уберем еврокабель. Вот. Сюда мы его вставляем. Вот так вот. Вставляем. Так, зажали. Ну, теперь нам необходимо проволоку вставить и протянуть. Так. Здесь у нас порошковая проволока, чтобы она у нас проходила на кончик откусить, вот так вот, и аккуратненько ставить направляющую.
прижимаем, фиксируем, включаем и... И теперь... И теперь ждем, когда у нас появится кончик проволоки. Проволока у меня единица, а ролики 0,6-0,8. Когда я купил эту проволоку, то я, естественно, и купил горелочку на единичку. И застряла. Уперлась где-то. Оп, вот она появилась. Мы теперь кончик откусываем. Можно не откусывать, но мы откусим. Так где-то ставим сантиметр, может чуть больше. Скорость выставим 1,5. И сейчас попробуем что-то варить. А варить мы попробуем тонкое железо. Как у нас будет вариться? Сейчас мы посмотрим. Подставить. Нормально. Сейчас мы попробуем. Прихватили. Ну, давайте попробуем шов
Ну вот. Что у нас получилось? Ну, шов, конечно, ужасный. Разбрызгивает металл, как фейерверк. Варить тяжело, да еще плохо видно, потому что пламени практически нет. Все делаешь в темноте. Но варит. Правда, тут придется турбинкой зачищать много. Но отдельные моменты можно использовать. Что-то где-то тонкое железо прихватить. Аккуратненько, если еще набить руку. Но основной недостаток. Цена этой проволоки. Она в 4 раза дороже омедненной. Я думаю, что использование газа омедненной проволоки будет дешевле. Ну и, естественно, качественнее. Качество, конечно, будет сварки намного лучше. Не будет вот этих брызг, вот этой кучи малой. Оно можно, конечно, приспособиться, но очень будет сложно. Так что, как только появится у меня газ, попробуем еще с газом. Ну, а пока все.